Цель – профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, а также профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Такие акции проводятся регулярно вместе с представителями органов образования и здравоохранения. В Центральном районе сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и представители общественного совета при УВД посетили многодетные семьи, которые находятся в тяжелом материальном положении. Не только побеседовали с родителями, но и привезли с собой подарки.